Начальник ОМВД России по Ярославской области проверил, как несут службу сотрудники Ярославской полиции в Северо-Кавказском регионе. Подробнее об этом расскажет Антон Смирнов. Всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любец. Аминь. Начальник ОМВД России по Ярославской области прибыл из очередной ежегодной командировки на Северный Кавказ. Генерал-майор полиции Николай Иванович Трифонов вместе с командирами спецподразделений и начальником управления по работе с личным составом ОМВД посетил все подразделения Ярославской полиции, которые несут службу в Республике Дагестан. Личный состав сводного отряда полиции ОМВД России по Ярославской области построен. За время несения службы происшествие допущено. Вложил в рудную полиции коней. Здравствуйте, товарищи! Руководитель Ярославской полиции проверил несение службы своими подчиненными, которые находятся в составе временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России в Северо-Кавказском регионе. В ходе визита Николай Иванович проверил, в каких условиях несут службу ярославские полицейские – от обустройства жилых помещений до организации досуга. Посещая каждое ярославское подразделение на Северном Кавказе, начальник ОМВД уделяет особое внимание тому, чтобы выслушать и решить проблемные вопросы, поддержать личный состав, выполняющий служебные обязанности вдали от дома. Наиболее отличившимся сотрудникам начальник ОМВД вручил награды. Генерал-майор, старший сержант полиции, для награждения прибыл. В настоящее время в Северокавказском федеральном округе несут службу более 100 ярославских полицейских. Служебные задачи выполняют сотрудники спецподразделений, кинологической службы и ГИБДД. Также они помогают своим дагестанским коллегам в раскрытии преступлений. Руководство временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России отмечает высокие результаты работы ярославских полицейских, отсутствие нарушений служебной дисциплины и боевую слаженность всех подразделений. Служба сотрудников полиции в Северокавказском регионе и в дальнейшем будет оставаться в зоне приоритетного внимания руководства ОМВД России по Ярославской области. Спасибо за службу в таких нелегких условиях, вдали от родины. Вы очень честно, добросовестно выполняете свой служебный долг. Претензий именно к сводному отряду нет. Мы сейчас с руководством встречали, сейчас еще буду встречаться, разговаривать вот, по некоторым вопросам. В целом, вы те добрые традиции, которые заложила ОМВД по Ярославской области, держите. А самое главное, чтобы была хорошая дисциплина, четкие выполнения команд, руководителей, командиров вот, и тех задач, которые на вас возложены. Спасибо вам.